Герморюкзак «Каньон 85» для водного туризма и рафтинга. Предположим, что вам нужно добраться до речки пешком, ну, нету туда подъезда, а после этого продолжить сплав. Так вот, эта штука сделана специально для таких случаев, потому что это полноценный гермомешок с полноценной подвесной системой, как у рюкзака. Лямки, регулируемые по высоте, чтобы можно было настроить и под небольшую девочку, и под гигантского мужика. Поясной ремень, стяжки с боков, в общем, все то, что есть у классического рюкзака, даже кармашки сбоку. Итак, пришли вы на речку, собрали свои катамараны или надули рафты или покрафты и отправляемся в поход. Этот рюкзак сделан из достаточно прочной ткани для того, чтобы можно было просто привязать его на палубу вашего катамарана, и ему были не страшны там ветки, камни, касание веслом и все то, что может встретиться вам на речке. Лямки сделаны из материала, который не впитывает влагу. Поясной ремень можно вообще снять и убрать, чтобы он вам не мешался. Вот. А для привязывания на судно здесь достаточно петелек и ручки для переноски. Вот. Закрывается он классическим способом, как обычная скрутка. Ну и вот здесь еще сверху такие дополнительные стропы, чтобы точно ничего не расстегнулось и ваши вещи не промокли. Еще тут есть клапан для того, чтобы выпускать лишний воздух, или наоборот, запускать лишний воздух, если он вам нужен. Внизу у этого рюкзака есть дополнительные стропки, можно, например, коврик скрученный здесь прикрутить. В общем, если вы занимаетесь водным туризмом или покрафтингом, и вам нужно тащить приличный груз до старта реки, это ваш выбор.